Всем большой привет! Сегодня готовлю вкуснейшую пиццу без духовки. Рецепт невероятно простой, да и готовится она буквально за 20 минут. В глубокую емкость вбиваем яйца и слегка взбиваем венчиком. Добавляем сметану, соль и перемешиваем. После чего добавляем муку и замешиваем тесто. Для начинки мелко нарезаем любую колбасу, которую вы любите. Помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на мелкой терке. Для соуса смешиваем столовую ложку майонеза и столовую ложку кетчупа. Сковороду смазываем растительным маслом. И выкладываем тесто. По тесту аккуратно распределяем соус. Сверху выкладываем колбасу. Помидоры. И обильно засыпаем сыром. Накрываем крышкой и ставим на минимальный огонь на 15-20 минут. Пицца готова, посыпаем зеленью, нарезаем и подаем к столу. Пицца моя готова. Вот такая она красивая и очень-очень вкусная. На все приготовление у меня ушло буквально 25 минут. 5 минут я все подготавливала, нарезала, и 20 минут она выпекалась на сковороде. Очень просто, а самое главное, что очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте, я думаю, такая пицца вам точно понравится. Ну, а мне осталось сказать вам спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Готовьте вкусную простую пиццу. Ну и всем пока-пока!